Всем привет! Сегодня будем готовить заварное тесто для любых вареников и пельменей. Тесто, приготовленное таким способом, получается мягким, нежным и податливым. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В глубокую миску насыпаем 2 стакана муки просеянной. Добавляем хорошую щепотку соли, подсолнечное масло без запаха. Хорошо перемешиваем вилкой это все. А затем, не прекращая мешать, тонкой струйкой вливаем крутой кипяток. Тщательно мешаем, чтобы вся мука заварилась. И даем полученной массе немного остыть. Прошло 10 минут. Наше тесто остыло, стало теплым. Можно вбивать яйцо. И теперь вымешиваем все хорошо руками до однородного состояния. При необходимости подсыпаем оставшуюся муку. Сыпем понемножку, чтобы лишнего не добавить. Вот такой комочек теста у нас получается. Мягкий, однородный. Но прежде чем приступить к изготовлению вареников или пельменей, мы даем тесту отдохнуть. Для этого помещаем его в обычный полиэтиленовый пакет, заматываем и оставляем на столе при комнатной температуре на 20-30 минут. Вот и все. Заварное тесто для пельменей и вареников готово. Лепите с удовольствием и кушайте на здоровье. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.